Разбил зеркало на 5 кукол и убился в небо, и оно разбилось. И потом они у бабушки. А потом его папа Каю и осколка зеркала глаз. И потом он был живой, и девочка встретилась с этой дубинкой. А потом первая книга дубинки какие-то штанки с тетей. А потом бабе пошла искать Кая. А потом она шла к реке, бросила свои башмаки, и они оказались рядом. А потом она пела «Табек Калеви». Она причесывала девочку. А потом она поливала тебе-то ей. А потом она плакала. А потом она сомнется, потому что листы падают. А потом она эту птичку встретила. Девочка встретила эту птичку. Она потом искала эту птичку. А потом она побралась в комнату, где две кровати стояли. И она увидела Кая и восхитал Кай и подарил шубу, шапочку такую рыбу, чтобы прятать руки, и сапоги, и даже карету. И она поехала к ней. Шла дубинка, подошла живая дубинка, подошла маленькая и зарубила кобуру ножиком. А потом они пошли говорить с горами. Потом они спросили у оленя: «Ты видел Кая?» Он сказал: не видел. Дубинка посадил на оленя, он над лесами помчался. Ей бабушка написала на лыбе, как два слова, и она дальше помчалась с рыбкой. И она перемчалась. Вот это тетеньки. И дала ей рыбу. А потом она писала. А потом она писала к замку, где жил Кай. Королевы. А потом ее расставила королева. Составить что такое, и поставили снизинки, и упала, и снизинка, зеркало, осколка упала, а потом... Сосиделась, а потом они сели на санки и над лесами помчался олень, и все.